Дорогие друзья, всех приветствую вас на официальном канале нового Лада Толец. Сегодня у нас очередная выдача нового автомобиля. К нам приехал Ефим. Еще раз приветствую тебя. Денис. Вот, знакомьтесь, друзья, Ефим приехал нам из города Самары за автомобилем Нива Трео в комплектации КХЛ. КХЛ — это на сегодняшний момент самая полная комплектация. У автомобиля, в принципе, все необходимое присутствует. И литые диски, и рейлинги, и колпак на запаске, к мультимедиа. Мультимедиа идет с навигацией Яндекс, именно с Яндекс навигацией. Камера заднего вида, датчик парковки присутствует, кондиционер, обогрев лобового стекла, подогрев передних сидений, два передних стеклоподъемника. В общем, все необходимое есть в этом автомобиле. Я хочу, Ефим, тебя сегодня поздравить с этой замечательной покупкой. Денис, спасибо. Вкратце хотел бы пояснить для подписчиков своих, да, что мне что подкупило, почему я приехал именно в Тольятти, потому что выбора много, можно много куда приехать. Во-первых, эта комплектация действительно была мне нужна, учитывая то, что она достаточно, ну, действительно, ну, на все случаи жизни, да. Да, для зимы, для весны, для осени. Еще бокс хотите, да, поставить? Да, вот. Мне понравилась оперативность, вот, пунктуальность Дениса, то есть полностью машину подготовил, все работы дополнительные не навязывал. То есть здесь, как у большинства дилеров, навязывания нет. Я, к сожалению, имел негативный опыт, я об этом с Денисом тебе сказал. Да, да. Вот. То есть хотите, покупайте машину без доп. Какого-то оборудования, хотите, заказывайте, да, что считаете нужным для себя. Это очень хороший плюс большой. В карму, как говорится, Денис, спасибо большое. Да. Вот. Ну, что хочу, кстати, отметить, вот есть навязчивость, когда допол, да, и люди негативно, да, реагируют, а когда вот есть ненавязчивость, как у нас, в принципе, это по желанию, хотите, вы можете просто машину забрать, да, допустим, вот, а можете что-то заказать. И люди, как правило, наоборот, что-то заказывают. Ну, конечно, оно все равно нужно. Оно все равно нужно. Поэтому, а так, в принципе, в целом, поздравления только. Денис, вот, спасибо большое. Просто работать Почему Нива? Я не рыбак, не охотник, городской житель типичный, работа, дом. Учитывая просто наш климат, у меня загородный дом есть, вот, мне нравится, что я не заморачиваюсь со снегопадами. То есть я постоянно испытывал вот такую тревожность небольшую. Застревал несколько раз. У меня были иномарки тоже, кроссоверы. Застревал. На Ниве, вот у меня до этого была Нива трехдверка. Год я отъездил, ни разу не застрял, то есть по городу. Почему решил пятидверку? Семья. Неудобно, загрузка задних пассажиров. Поэтому с женой посоветовались, решили вот приобрести, вот почему созрела такая мысль. Да. Он нишевый автомобиль, понятно, что это не Mercedes, не BMW, цена-качество. То есть внедорожник новый, за такие деньги, ну не возьмете вы. Просто не возьмете. Ну и в принципе с оснащением, которого уже... Более того, двигатель ругают. Нормальный двигатель. Да, он прожорливый немного. Да, то есть, ну, по тем технологиям, тогда эта машина будет стоить 3 миллиона. Ну да, да. Не вопрос, там 200 лошадей там будет. Ну, по сути дела, у нее конкуренции в этом... В нише нет. Поэтому мы хотели обойтись без кредита, мы обошли без кредита. Да, Денис помог, все четко сделал, все, закрыл сделку. Спасибо, уважуха. Да. Спасибо. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, приезжайте к нам в Тольятти за новыми автомобилями. Вот, мы рады будем вас видеть. Но если не можете приехать, можете заказать доставку. Вы знаете, мы делаем доставку сейчас, кстати, пока мы здесь выдаем. У нас водитель едет в город Волгоград выдавать автомобиль, тоже не устать. Мощный сервис, классный, да, молодцы. Вот мы здесь выдаем, а и также у нас в Волгоград едет машина выдаваться. Подписывайтесь, до новых встреч, всем удачи, пока, друзья.